И здесь получается такое движение, то есть мы в каком-то стадии стоим, когда, да? То есть мы сделали. Наша задача центр тяжести снести туда и ногой поближе к противнику подойти. То есть мы туда подошли, а руку сюда. Раз. Противник схватил. Ваша задача, центр тяжести задними и внести на передние туда. Такое движение с поворотом вокруг своей оси. Резкое. Резкое такое. И вместе с этим резким движением локтем как будто сверху вниз делаем. То есть такое вот движение. Будет освобождение от захвата. То есть ноги двигают бедра, плечи, локоть. И когда мы вот это движение делаем, ручку если расслабить здесь, да, у нас получается, и она как бы туда, бум, закинуть ее. Закинули туда ее. Сбили. И снова быстрое движение. И здесь нога не тюсок. Тюсок, чтобы носочек вот прям тюсок был. Кто у нас на передней ножке не согнул? А? Кто-то не на одной.